В эфире новости, и мы продолжаем. В микрорайоне Коренево в восьмой раз прошли традиционные зимние соревнования «Красковская лыжня», посвященные памяти одного из ее основателей, учителя физкультуры 55-й школы Виктора Гордеева. Всего в заездах приняли участие более 100 человек. Причем на лыжне можно было встретить как детсадовцев, так и местных чиновников. С дебютантами и постоянными участниками гонки встретилась наш корреспондент Александра Дудаладова. По традиции, Красковскую лыжню проводят в конце февраля. Каждый год в этот день на дистанцию выходят сотрудники, руководители предприятий, представители администрации поселка, а также ребята из детских садов и школ. На лыжи встают и те, кто без падения не может сделать и шага, но упорно идет к финишу. И более опытные и тренированные любители лыжного спорта, готовые бороться за награды. Но удовольствие получают все без исключения. Дебютантом гонки в этом году стал глава Краскова Михаил Чуйков. Он вместе со своей супругой принял участие в VIP-заезде и показал четвертый результат. Первым же в этом заезде стал постоянный участник лыжных соревнований красковский пенсионер Анатолий Кузнецов. Он более чем на 3 минуты обогнал своих ближайших преследователей. Результат был бы еще лучше, считает победитель, если бы не рыхлый снег. Александра Дудаладова, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение.